очень простой. Больше детей, меньше работы. Дети вообще не интересно. Ты не уважаешь, что ли? Нет, я просто в политике не разбираюсь. Интересно. Сама личность или сам факт происходящего? Ну, вообще все, что творится с нашим государством на данном этапе развития нашего государственного развития. Не знаю. Я просто живу, знаешь, и не парюсь. Потому что? Анекдот, слушай. Приходят родители к психиатру. Говорят, что у них дочь слепая, она думает, что они кладут мало еды, морят голодом ей и ее. И психиатр говорит, какое у нее любимое блюдо? Родители говорят, наверное, пельмени. Психиатр говорит, наварите пельмени где-то всю кастрюлю и дайте ей покушать. И родители пришли домой, закупились пельменями, цезарь, начали варить эту фигню, дают слепой своей дочери. Дочь ест. Я представляю, как много они для себя наготовили. Не понял. Ну, что? Дочь слепая, как она увидела достать пельмени? Как она поняла, что это ее? Прям вот хрень сказать. Да все анекдоты такие, ей-богу, ты как начнешь, тебя вообще слушать невозможно. Сколько я тебя знаю, ты прям всю жизнь. Анекдот, все. И у тебя репутация падает, ты прям, ну... Не делай, ты хотя бы, я не знаю, на сайтах там почитай. И читай на сайтах, понимаешь? Ну, на новых сайтах, не на старых сайтах 2005 года архивских. Мне в киоске газеты кладут, на них написано. Они не нравятся, нормально анекдот получился. Да я рассказывал и смеялся про себя, но концовка запорта. Да как она запорта? Ты мне его те рассказывал. Я уже вчера не могу. Может, я объясню? То есть ты как бы... Который мир захватывает. Да-да-да, ты инки такой. Да, я брейн, то есть мне опять по литературе. Ну, суть по твоим анекдотам. Ну, анекдот вообще стал нормальный анекдот. Чем мы сегодня займемся? У меня, короче, братчик приезжал. Ну, чем мы сегодня займемся, ты отвечаешь? Ответишь? Нет. Ну, брат приезжал. Ну, приезжал брат, короче. Он рассказывал, что в 2007 году, когда была его молодость, да? Тогда было хорошо. А сейчас все сложно. Не знаю, может, я сейчас не знаю. Я вообще не скажу. Я в 2007 был, и мало сейчас соображал. Я тогда спросил, все же было. Вот была возможность переместиться в 2007 год. Ты бы согласился? Ну, переместиться, ну, посмотреть, да, но участвовать в этом. Уважаемые, извините, я послушал лучший разговор. Отвлеку не надо. Я, путешественник во времени, могу доставить вас в любую точку мира, в любое время, и даже в 2007 год. Ты почему? Ты смеешься надо мной? Нет, просто странный мужик, садится к нам, говорит, куда ты сядешь. Вы думаете, это смешно, да? Ну хорошо. Давай. По фану можно, в принципе. По фану можно прогрессировать, а здесь вы должны дать точный ответ. Хотите ли вы этого? Нет. Я хотел. Я же тебе говорил, я бы хотел отправить, если была такая возможность. Ну давай. Ну пошли. Ну, без меня. Тогда нам надо идти в безлюдное место. Чтобы ты меня убил, там. Ладно, пошли. Пойдем, Дима, хотя бы пробудешь меня. Да. Слушай, можно вот сюда, а то здесь холодно. Как хочешь. Давай, пойдем. А ну как? Будет телепортация происходить? Надень капюшон, а то еще холоднее будет. Нет, шапка. Капюшон лучше. Я тебе говорю, как человек, который не первый раз это делает. Готов? Да.
Да, это 2007 год. Я не понимаю, что я должен увидеть в 2007 году, чтобы это был 2007 год. У вас есть USB-порт? Какой USB-порт? Есть Bluetooth. Короче, анекдот. Это все? Ладно, потом. Пошли. Что я думал? Вспомнил. Короче, приходит врач в больницу, там палата, считает деньги, $10, $20, $30, $40, ну и так далее. И пациент к ним подходит и говорит: доктор, я буду жить. Врач отвечает: я еще не знаю. Это не смешно. Ладно, пошли дальше. О, смотри, местные жители. А ты чё мой PSP пялишься? У тебя своя есть. Да нет, у меня геймбой. Геймбой? А принеси завтра, всегда хотела поиграть. Ну, если он на даче не остался, то хорошо. Ты вообще девка, чё ты в стрелялки-то играешь? Ты вообще китайские комиксы читаешь. Женщина, это манга так-то. ЖКХ. 2007 год, а все как 2019. Именно. Послушай, а вот мне пришла мысль, помнишь Хуба-Буба? Ты знаешь Хуба-Буба, жвачки такие. А если я пойду куплю в магазине Хуба-Бубу, вот можно я ее с собой в 2019 год возьму? Дружище, ты слышал о таком эффекте бабочки? Ты покупаешь что-то в этом времени, и в будущем все меняется настолько, что все просто взрывается. Понимаешь? То есть я из одной жвачки могу уничтожить все? Приобретя что-то одно, ты теряешь в будущем все. Может, вот это эффект жвачки? Может быть, кто знает. Чё, тут скучно тогда? Может, есть какие-то идеи? Ну, возвращаемся, если хочешь. Если тебе здесь уже надоело. Да? Нет. Короче, есть группы, ну я видел там ВКонтакте, Одноклассники, даже знаешь. Конечно. А дети 90-х там говорят про то, как хорошо 90-е живут. Mm-hmm. Давай в 90-х. Как хочешь, давай. На твой страх и риск. Давай. 1999 год. Договорились? Да. Отлично. Ну что, давай? Погнали. Впервые слышу. Парк Дзержинского. Чё? У тебя другая куртка была. Бывает такое иногда. Знаешь, сбой произойдет в системе, и все. А у тебя трусы на месте? Вот моя программа. Побороть коррупцию. Каждая семья по машине. Сделать нормальную горячую воду. Мы поднимем наш район до района ЖКХ самой Москвы. Каждой семье по машине. Мои оппоненты обещают женщинам по мужу, а я обещаю каждой женщине, чтобы у нее прям было все, и вода, и свет, и все по ценам отлично. И сейчас я хочу исполнить мою любимую песню «Ах, судьба». Голосуйте за мою партию.
За народ, за Россию, за наше районное лобби. Голосуй! Ура! Веселый человек этот депутат, да? Веселый-то он веселый, а вот знаешь, мне кажется, нам пора уже, короче. Пора? Пора. Жалко. Ну, спасибо. Давай. А не хотел сначала, помнишь? Нет, я хотел. Это он не хотел. Хорошо, да? А ты где? И чего там творили? Сначала. Сейчас покажу. Это президент России. Председатель правительства Российской Федерации. Да какая разница? Ну, как ты мне это объяснишь? Служу России.